меня вот такой вот пример. Как ты думаешь, что это такое, для чего он необходим? Для ореха. Мне как думается, чтобы выливать ненужное. Нужное. Выливать ненужное? Да. Выбрасывать ненужное? Выливать ненужное? Да я просто так думается. Так, просто так думается, хорошо. Похоже на поварёшку. На поварёшку, да? Ну какая-то поварёшка такая, смотри, она вся дырявая. Это ложечка для супа. Так, ложечка для супа, давай попробуем. Представь себе, что перед тобой тарелочка. Как ты будешь кушать этой ложечкой суп? Это чтобы заваривать чай самовара. Ложишь сюда приборы для чая, потом отпускаешь в чай. Так, а какие приборы туда для чая? Туда называется заварка. Ложишь сюда, потом опускаешь на воду горячую и потом пьешь чай. Так, это чайная ложка. А для чего она нужна, эта чайная ложка? Такая вся дырявая. Ну, что? Да, чтобы чайники. Ага. Оставались. Ну, покажи мне, как она будет действовать. Вот так. Вот тут окружка. Угу. И вот так будет. Я, кажется, понял. Это не поварёшка, это такая железка, которую наливаешь чай. Есть же такие чёрные чайные вот эти. Туда наливаешь чай, а вот это... Не наливаешь чай, а что туда засыпаешь? Завар. Да. Да? Вот туда засыпаешь заварку. Вот. И что туда, это? Там через эти дырки проходит вода и вот так размешивается. Да? Я знаю, если горячая вода вот так сделать, она чтобы для чая пить. Так, ну так что, ну я же тебе не зря вот так вот показала. Что сюда нужно положить? Пакетчик. Может, все-таки заварочку просто?